чтобы вот мы были со всем этим барахлом. Вот смотрите, какой интересный у нас самолет. А? Смотрите, что тут. Тут видно все, что видит самолет. Вот такой вот самолетик. Причем еще что интересно, вот сейчас показан самолет. Смотрите, что интересно, что когда его начинаешь кренить в разные стороны, автоматически крен выравнивается. Вот. То есть он. Видимо, работает какой-то хитрый гироскоп. Вот. Ну, самое главное, что это одна из первых моделей, уже содержащая в пульте управления встроенный монитор, и который передает видео с камеры. Вот видите, как здорово. Обалдеть. Ну и кто-нибудь еще видел пульт с двумя антеннами? А, записывает еще и на флешку, на мини-SD. Супер. Супер. Камера 5 мегапикселей. О, тут флешка вставлена. Вот. Камера 5 мегапикселей? Отлично. Хорошее видео. Хорошее видео. А ну-ка, вот сейчас снимай, что тут видно. А где камера видит, с какой стороны? Как мне хорошо видно, да? Снизу. Хорошо видно, не видно.